Помню один фрагмент из своего детства, когда я был еще маленьким. То я очень любил идти к бабушке спать на ее большую кровать с огромной мягкой периной. И помню, как, размышляя перед тем, как уснуть, я подумал о смерти. У меня у маленького ребенка появились мысли. Вот почему люди умирают? Зачем они умирают? Даже внутри я понимал, что что-то здесь происходит не так. Но ведь не должен человек просто брать и умирать. Но не может быть такого, чтобы человек умирал. И я подумал, неужели я когда-то умру? Будучи ребенком, внутри меня произошло небольшое смятение. Потому что это была моя первая осознанность того, что люди умирают. И взволновавшись внутри самого себя, я размышлял об этом. Неужели я умру? Но мне было сказано, ты никогда не умрешь. Мне сейчас 41 год, а этот фрагмент из жизни я помню очень хорошо до сегодняшнего дня. Ты никогда не умрешь. И как вы думаете, после того, что мне было сказано в моем детском возрасте, должен ли я теперь доверять каким-то другим голосам, которые пишут мне в интернете, ты пойдешь в ад, ты умрешь? Должен ли я доверять каким-то книжкам, которые гарантируют мне в случае неповиновения какой-то одной из букв или неповиновения какому-то одного из этих слов, что я пойду в ад? Должен ли я теперь прислушиваться тем голосам, которые говорят мне, что я в заблуждении, что в меня вселился бес? Как известно, Бог ребенка не обманет. И если Он это сказал и отпечатал в моей душе навсегда, то может ли кто-то или что-то отменить то, что Он однажды сказал мне? С того времени я стал жить и расти, как все остальные дети, на белом свете. И всегда внутренний голос, который я называю совестью, всегда говорил со мною и руководил мною в моей жизни. Я отличался от всех своих сверстников, я отличался от подростков. Я пытался быть таким же, как они все. То есть я вел себя так же, как вели они все в моем окружении. Но внутри я понимал, что я другой человек. Внутри я понимал, что совесть всегда разговаривает со мною. И именно она руководит мною. И именно она останавливала меня от тех или иных поступков или действий, благодаря которым мои друзья или попадали в тюрьмы, или уже вообще умерли. Меня совесть останавливала, указывая мне, как жить и как поступать. Впервые, когда я был ребенком, мы с другом, играясь у него на заднем дворе, убили котенка. По-детскому, можно сказать, неразумие. Когда я впервые увидел, как умирает животное, внутри меня была вспышка испуга, осознание, что я причинил боль, ущерб. То есть совесть сразу показала, это нельзя делать, нельзя убивать животных. И теперь, читая различные книги, там говорится, что как раз-таки Богу угодны жертвоприношения и убийство животных в качестве божественного ритуала. Так вот, здесь ваша совесть, она впадает в конфликт. Или вы впадаете в конфликт со своей совестью. Либо вы начинаете действовать так, как вам говорят книжки, в которых якобы Богу угодны не только убийство ритуальные животных, но даже ведение войн и стирание с лица земли тех или иных представителей видов человечества из любого народа. Говорят, это все по воле Божьей было, особенно ссылаясь на некоторые библейские источники. Здесь
совесть впадает в конфликт, и вы в дальнейшем либо слушаете совесть свою и отвязываетесь от своей совести, или отрезаете ее, или полностью глушите ее голос и переключаетесь на иную форму управления вашей жизнью. Сегодня человечество пытается переводить весь мир на информационно-цифровое вещание. И с одной стороны это хорошо, с другой стороны и не очень хорошо. Я считаю, что такие виды средств массовых информации, как интернет, телевидение, газеты, журналы, радио, музыка, песни, история, общеобразовательные виды донесения информации до людей в той или иной мере являются ничем иным, как системой матрицы, посредством которой людям кодируют их сознание, программируя на определенные действия, поступки, то есть на определенные алгоритмы жизни, по которым человек, завербованный или запрограммированный, начинает развивать дальнейшую свою судьбу. Так что искусственный интеллект – это не то, что сегодня новенькое что-то хотят изобрести. Искусственный интеллект давно уже изобретен. И именно искусственный интеллект находится в биологических человеческих существах. В чем это заключается? В элементарно простом. Человек – это тело, в котором есть энергия и в котором есть информация. Человек – это информация, энергия и тело, в котором все это находится. Итак, слова, которые мы произносим, это не просто набор каких-то звуков. Слова – это выход энергии из нашей внутренней энергии. Слова несут в себе энергию, а энергия несет в себе информацию. К примеру, если бы слова были просто набором звуков, то оскорбления в ваш адрес, они ничего бы для вас не значили и никак не касались бы вашего внутреннего энергетического потенциала. Именно слова несут в себе кодировки, как вирусы, для того, чтобы в вашем энергетическом внутреннем человеке, в вашем энергетическом поле производить те или иные действия. Слова, которые закодированы как вирусы на поражение вашего внутреннего человека, несут в себе разрушающую силу. Вот почему от некоторых слов, оскорблений, лжи, клеветы или чем бы это ни было, когда эти слова попадают и залипают, прилипают к вашему внутреннему энергетическому телу, они производят на энергетическом уровне вашего «я», вашей личности внутренней, они производят разрушение, они наносят раны, они как стрелы, эти вирусы вонзаются в ваше энергетическое внутреннее тело и наносят ему поражение. Вот почему вы болеете иногда после высказанных слов в ваш адрес или когда вы их говорите. Вот почему для того, чтобы ты развивался и наполнялся Божьим светом, нужно по максимуму, а желательно вообще, избавиться от всевозможных вирусных слов программ. На примере вашего мобильного телефона я покажу вам, что многие из вас давно являются продуктом искусственного интеллекта. И ваш интеллект, он искусственный. В чем это заключается? Есть люди с природным интеллектом, которые развиваются по божественной программе и идут в свете и в знании. А есть люди, которые наоборот деградируют, потому что искусственный интеллект, он не может сам развиваться, он же искусственный. Он действует только на основе тех принципов и алгоритмов, которые в него вложили. Телефон. В него вы можете закачать всевозможные программы, которые вам нужны в нем. К
примеру, у меня есть закачанная версия Библии в телефоне. Когда я открываю Библию в электронной версии, я задаю ей определенный вопрос. И электронная версия Библии, она не может отвечать, кроме тех наборов слов и букв, которые в нее заложены. То же самое и с человеком, который прошел зомбирование, в которого внесена информация на уровне его энергетического поля. То есть он как эта программа. Ты с ним разговариваешь, говоришь ему свободным языком, а он не может выдавать ничего, кроме того, что заложено в его компьютер, в его мозг. Таким образом, происходит управление людьми. Контроль над народами, контроль над странами, контроль над государствами. Именно слова и именно информация управляет сознанием человека. Возвращаясь назад к сказанному, к тому, что слово настоящего живого Бога, которое впечаталось в мое сердце, оно проговорило мне, что я никогда не умру. Вот в чем вся суть. Эти слова вносят жизнь. И почему после этого я должен верить каким-то другим словам, в которых меня пытаются убеждать и в которых я пытался убеждать людей, якобы эти слова самые истинные? А по сути религия поделила людей на хозяев и на рабов. В Библии говорится, что рабы должны повиноваться своим господам. Вам не кажется странным, почему в Библии люди поделены на рабов и на хозяев? Почему одно человеческое существо должно быть хозяином другого человеческого существа? Почему одно человеческое существо обязано по некой программе подчиняться другому человеческому существу? Не все ли люди равны перед Богом? И не все ли имеют равно одинаковую жизнь? В этой матричной системе мира у каждого из нас могут быть разные положения и статусы. Но все в этот мир рождаются одинаково из женщины. Все рождаются через сексуальный половой акт. И все одинаково сходят в могилу. Только в разных гробах. Но рождение и смерть – это естественное, что приобретает человек, приходя в этот мир. Неужели Бог мог по-настоящему заявить, что все власти, которые в этом мире, установил именно Он? Вот именно Он установил. И если вы противитесь власти, по сути, любой, то вы противитесь Богу. Бог хочет, чтобы ты был рабом? Я в такого Бога не верю. Я верю в такого Бога, который хочет, чтобы все друг друга любили, и чтобы рабство было отменено, и чтобы не было в этом мире хозяев и рабов. Потому что любой хозяин имеет надмение по отношению к такому же человеку, который также создан по образу и по подобию Бога. Вот в такого Бога я верю. Итак, чтобы обрести действительно настоящую свободу и познавать Бога, нужно руководствоваться своей совестью. Совесть – это как пуповина, соединяющая ребенка с его матерью, и является тем инструментом, посредством которого ребенок питается, находясь в утробе своей матери. Все мы находимся в мире, который подпитывается именно Божьей энергией света. Весь мир состоит из вибраций света и звука. Если вы очистите свой разум от всех этих вирусных кодов, программ и шифров, которые были разработаны, жрецами их назвать не хочу,
потому что в слове «жрец» нет ничего плохого. Жрец – это тот, кто имеет живые речи. Живые, не мертвые. Но существует некая группа людей, обладающих черной магией. Целые институты, которые столетиями разрабатывали вирусные программы. Если вы обратите внимание, то весь наш мир состоит из слов и из цифр. И вот эти институты для того, чтобы управлять человечеством, разрабатывают вирусные программы информационные для контроля сознания человечества. Теперь, если мы выходим в своем сердце, в своем разуме, избавляемся от вирусных информационных кодов и переходим на альтернативное мышление. А альтернативное мышление – это то мышление, которое основано на твоем внутреннем мире, посредством которого управляет и говорит твоя внутренняя от природы заложенная совесть. Совесть. Ведь ни один человек, вспоминая свое детство, не говорил мне о смерти, там ничего нет, все, умираем и все. Меня никто не учил, ни одна книжка и ни один учебник мне это не рассказали. Это внутренний голос сказал, ты никогда не умрешь. Теперь вы понимаете, почему человек должен всегда прислушиваться к голосу своей совести, к своему внутреннему естеству, потому что именно там от твоего рождения в тебе заложена божественная информация по развитию своей души. Ты должен изнутри себя извлекать информацию, как тебе дальше двигаться и развиваться. Прислушиваясь к своему внутреннему человеку и не подчиняясь информации извне, потому что вся официальная информация, которую мы имеем, в той или иной степени искажена. И самое главное, нас лишают нашего божественного мышления и также нашего природного божественного языка. Мы уже говорили в предыдущих видео, что наш первородный язык, он несет в себе знания божественных принципов. Просто загляните в древнюю славянскую буквицу, в ее смысл и значение ее образов, где каждое слово, где каждый звук несет в себе глубокие раскрывающиеся символы и образы для формирования человека, который мог бы жить в единстве и в гармонии с природой, с окружающим его миром, а также с Богом, который говорит свое слово в человека. А человек – это энергия и информация. И Бог говорит свое слово в твою совесть и руководит, давая тебе ключики к пониманию, во-первых, твоей собственной жизни. А теперь представьте, если каждый человек начал бы развиваться именно в том направлении, в котором он запрограммирован от самого своего прихода в этот мир. А по Божьей программе ты должен быть созидателем, ты должен совершенствоваться, расти в любви, в свете, в гармонии и творить добро. Ну что ж, дорогие мои друзья, и вот вам напоследок загадка. Что вы видите? Это вам будет тест на вашу сообразительность. Что вы видите, глядя вот на это? Вы видите лук, правда? А я скажу вам, что вижу я. А я вижу не лук, я вижу соковыжималку. Ну а теперь, кто догадался, пиши в комментарии, видишь ли ты соковыжималку, глядя на лук. Счастливо.